Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Сегодня опять репортаж с крыши. Сегодня была установка стропил. Стропила все поставлены. На крыше осталось только сделать вентиляцию. Все остальное на крыше сделано. Ну и потом, конечно, обрешетку и покрыть. Конструкция вышла, конечно, мощная. Если посмотреть, видно, что две опоры. Две опоры, стропила прикручены к ним при помощи уголка. Опора прикручена к брусам перекрытия тоже при помощи уголка через фанеру жухарями. То есть конструкция довольно мощная. У фирмы Knauf есть такой тест. Когда собирают конструкцию куба, есть такая конструкция куба. Там специальные стойки, профиль УА, гипсокартон, и потом наверх на эту конструкцию ставят Audi 6. Я думаю, что моя конструкция, если тестировать шараном, его выдержит без проблем. Потому что ну, довольно мощная вышла конструкция, я сам доволен. Доволен очень этой конструкцией. Вышло 9 стропил. 9 стропил. Вышла пристроечка уже, нарисовалась, уже можно понять размеры и все остальное. Также пустил стропилу понаружи. Почему понаружи? Чтобы сделать больше вырос от решетки, чтобы крыша больше выступала за здание, ну за курятник. Вот такая конструкция получилась. За 2 дня, в принципе, я ее сделал. За 2 дня. Ну, вот. Что вышло? Сейчас нужно посчитать, сколько нужно шифера наверх. На обрешетку гвозди. Доски есть. Сколько нужно? Шифер, вернее, докупить, там немножко есть шифера, докупить, и можно взять обрешетку, а еще нужно разобраться с утеплителем, сколько там у нас его есть, хватит или нет. Если не хватит, значит докупить и начинать крыть. Надо поймать погоду, поскольку будет вата, чтобы на нее не попала вода, потому что если вода попала на вату, вату можно выбрасывать. Сегодня уже работу закончил, больше наверх не полезу. Погода немножко стала прохладнее, дает работу целый день, поэтому сразу объемы работы возросли. Уже идут свои помидоры, огурцы. То, зачем по весне ухаживали, так или теплицу, уже дают свои плоды, поскольку уже едим свои помидоры, едим свои огурцы. Еще такое приятное одно событие, это у меня на сегодняшний день уже 400 подписчиков на канале. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо за приятные комментарии. Приятно, что ты кому-то интересен, что твой канал кому-то нравится, что кто-то его смотрит. Поэтому буду стараться и дальше. Будем стараться и дальше вас не разочаровывать. Всем пока, всем удачи. С вами был канал Хуторянин выходного дня. До новых встреч!